Итак, что он нам представляет из себя? По сути, складная конструкция, очень легкая, все компактненько. Вот, собственно, и вся печка, это средний размер. И здесь находится колено дымохода. В таком чехле. Это уже не роллерные, а стандартные. Два колышка для фиксации на грунте, если надо. Искрогаситель. Колено дымохода пронумерованные, чтобы кто-то не умудрился перепутать. Конструкция складная. На руку не совсем удобно, но суть понятна. Вот фиксаторы. Все закрывается. И ставится сверху варочная панель с шиберной заслонкой. Ну и ножки. Сборка корпуса меньше минуты. Вообще очень быстро все это складывается, фиксируется. И все, корпус готов. Дверца, антиожоговые элементы, ну и заслоночка. Вот, сейчас монтируем дымоход и все будет готово. Ставили дымоход, в отличие от роллерного, собирается просто очень быстро. Никаких проблем, если роллерный зимой там это все вертеть, крутить, то тут все очень быстро. Вообще, все пронумеровано и вот так вот по порядочку пошел. Вот, и все готово. Никаких проблем, секундное дело. Высота 3,10. Вот так вот. Вот такие у нас красоты сегодня. Шикарная погода. Вот. И установили титановую печку Wienerwell Authentipi 5. Встала просто идеально. Не нужно никаких дополнительных колен. Сборка просто очень простая. В качестве защиты сетка Wienerwell-овская. Встала на трубу просто идеально. Вот. Печка супер. Места много остается. Компактная, легкая. Кстати говоря, вот эти штуки, колышки с креплениями не помешают, потому что печка легкая, а так она намертво стоит. Вот. И просто шикардос. Вот. Я считаю, что очень здорово. И сегодня попробуем ее затопить на ночь. Я думаю, что все будет отлично.